На стапеле Балтийского завода идет монтаж одной из последних секций корпуса атомного ледокола «Россия». Выполняя решение ноябрьского 1982 года Пленума ЦК КПСС, труженики предприятия совершенствуют технологию, крепят дисциплину, чтобы с честью справиться с важнейшим заказом пятилетки. Рассказывает бригадир судосборщиков Анатолий Петрович Потапов, кавалер двух орденов трудовой славы. Наша бригада в основном состоит из молодежи. Если для меня этот атомный ледокол третий, то для них этот ледокол является первым. Все после армии хорошо освоили свою профессию и стали совмещать смежные специальности: газорезку, электросварку, а также хорошо работают с пневматическим инструментом, что позволяет меньшими силами делать больший объем работ. Я знаю, как остро стоит вопрос о дисциплине, и очень доволен тем, что в нашей бригаде этот вопрос давно снят, поскольку дисциплина в бригаде на высоком уровне. На глазах растет Россия атомная. Социалистическими обязательствами ленинградцев на 1983 год новое судно предусмотрено спустить на воду в канун 66-й годовщины Великого Октября.